Конечно, кроссовки тоже. У нас русских каналов нет, но мы можем их сделать. Вы смотрите какие-нибудь каналы? Смотрим. Какие? Первый. Ну вот первый можно. А как можно первый канал смотреть? И Россию. 24. Там же одна сплошная это, головомойка. Да никакие там головы. Да, конечно. Мы под землей едем? Под океаном? То есть река пересекает Бостон от Кембриджа. Вот это, видишь, купол? Это Массачусетский технологический институт знаменитый. Ага. И вот там Гарвард. Дальше туда. А ты который? Ты университет же заканчивал? Бостонский университет. Он на стороне Бостона. То есть это уже не Бостон? Ну это как бы все, это считается отдельный город, но это часть Бостона все равно. Это самое высокое здание в Бостоне, которое вот такое стеклянное. Вот это рядом с ним, которое вот такое с вышкой, это называется Prudential. Там наверху есть бар, можно туда сходить, там очень красивый вид на Бостон. Я вот здесь бегаю постоянно. Вот этот круг. Егор, нравится тебе? Угу. О, катера. А купаться куда ездите? На море? А теплое море? Нет. Нет? А сколько градусов? Не знаю. Ну, как бы Атлантика, она никогда теплая не бывает. Ну, холодное течение с севера, да? Ну, нет, есть пляжи, где теплая вода, есть пляжи, где более холодная. Но она не то чтобы холодная, чтобы в нее зайти нельзя. Первый семейный ужин российских или русских родственников. Hello. Гостеприимная американской земле. Аня вот, приготовила. Вот какую красоту. Wow. Это салат. Это рыба. Это курица. Это, мы не знаем, что это такое, типа тыквы. Сквош. 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 Это фасоль. Нет, какая-то фасоль, это аспарагус. Спаржа. А, спаржа. Ну, какие смешные автобусы. Автомобиль амфибия. Бостон. Пассажирская. Во, крутизна, да. Вот так нажимают, чтобы перейти дорогу. А вот там... Будет у нас ручка беленькая, сейчас запрещено. Голубые гортензии Бостона. Елки какие-то не наши. Голубые, но не как у нас. Thank you.
вода, смотрите. Вода. Страшно как. Мы практически идем по воде. Я не могу смотреть. Страшно. Так делают дорожку такую ребристую, чтобы показать, что нельзя ходить. Смотрите. А вот здесь можно. Смотрите, вот мульча, цветы. И все, и никакой травы, никакого сорняка. Прикольная тачка. Полностью все выложено кирпичом. Можно идти, то белый человечек появится. Алекс, это Аня. Сидим в кафе на улице. Пытаемся заказать. Но очень трудно разобраться в этом меню. Вот это только спиртные напитки. Кстати, вода бесплатно дается. А вот это еда. Но как ее взять? Абсолютно не понимаем. Да, Лена Павловна? Егор английский язык знает не очень сильно, поэтому помогает нам слабовато пока. Это ланч.
То есть это вот здесь вот цены недорогие. Ланч-то? Ланч. В смысле недорогие? Наверное. Да. Проверяет парковку.